Ярик, как обстановка? На самокате катаешься? Мотор будешь папке менять? Папе? Я не могу. Не могу? А что это? Себе ты меняешь мотор, а мне не будешь? Доброе утречко, ребятки. Начнем его вот с тренажки. Смотри, какая. Хорошая, красивая. Стоит здесь по красоте. На воротах, на ахиллесах. В круг. И скоро уже техпарк оживет. Начнется движуха. Сайдевич, Шарлзевич, Федоревич и Котевич. Все на месте. А у нас вот-вот начнется тренировочная сессия. Все четко. Три круга у нас будет на тренировке. Драй? Драй. Хорошо, это много. Это не Илюха всадил ее в стену. Ой, блин. Это прям страшно сейчас выглядело. Ну, туда идем. Ярик, кого тащат? Кого красного? Машина? Ага, красного машина. Это BMW. А куда его тащат, Ярик? Туда. Туда? Чемпионы сопредельных государств. Это и Алексей Головня, и стоящий на старте Дмитрий Нагула, и чемпионы Восточной Европы Сергей Сак и Кристопс Блуш. Так сказать, время зря не теряем, смотрим трансляцию. В общем и целом мы к валу проехали, 90 баллов бахнули, Сайтевич нас уже обогнал на 1 балл. Сайтевич, Петька Воробьев что-то неудачно, вот сейчас они с болгаркой бахнул, но я думаю, почистится, все будет нормально. Мы тут такие дела, детские толстовки Эрдиасу появились, вот Ярослав выбирает себе вот такой цвет, сейчас будет мерить размер. Нравится тебе такая? Да. Да? Ты что, эрдесовец что ли? Ну-ка, папа. Покажись маме. Где мама? Вон. Ну. Или другого цвета хочешь? Или там, такую хочешь? Да, понимаешь, там 33 Skyline. Нет, 4. А, ну ладно. Пойдет. Как вам такие толстовки? Ярик, ну как тебе толстовочка? Хорошо. Хорошо. Нравится такая красивая? Да. Да. Заходите в магаз вот сюда. Вот. Покупайте для детей толстовочки, для себя футболочки. И все здесь есть. Ярик, покажи класс. А рядом с РДС-шоп стоит мистер кукуруза, мистер колбаса, самая крутая кукуруза и сосиски. И мороженщик Чебупелька. Лучшие цены на мороженое в Москве, Московской области. Огромный выбор, русский холод. Вот это очень вкусное мороженое, я постоянно ем. Я сейчас его возьму, не шоколадное только. Не шоколадное, вот такое. Оплата на карту. Закрою. Очень вкусное мороженое. Спасибо тебе, братан. А тут ставки принимаются, пацаны на бочку бабки кидают. Смотри, ставки. Давайте, сетку до топа расписывают, видите? Бля, у меня есть платочек. Платочек носовой ставят на стяжке. На бабки же нельзя. На бабки нельзя, да, на все, что в карманах есть. Мне кажется, все прогнозы Сани не сбудутся просто. Потому что это Саня. Саня бракодел, потому что. Знаете такое? На параде. А вот вам сторис из Asus, потому что iPhone дважды за день сел, я его дважды заряжал. Мы с Веруськой ходим тут, бродим, и сейчас будет производиться разгрузка автомобиля Катиного. Я быстренько проскочу сейчас на ту сторону, чтобы уйти в ресторан. Все, всем пока. Катя на ремонт. Осторожно. Так, вот у нас Катина коляска, вот у нас Катя. Не сильно она расстроена, но опечаленная. Шейку потирает. Муж ей сегодня сделает, наверное, массаж. Удар был боковой неприятный. И Тимон тут как-то.